еще до своего начала стало резонансным. Государственным обвинителем выступает прокурор Крыма Наталья Поклонская. Подсудимый – активный участник антиправительственных выступлений в Киеве Александр Костенко. Участники массовых беспорядков начали забрасывать сотрудников батальона «Беркут» камнями, палками, бутылками с зажигательной смесью и другими предметами, а также применять огнестрельное оружие. Бывший крымский милиционер Костенко, из органов его уволили за дискредитацию звания, фигура знаковая.